Первый пошел. Да прыгай, Лен. Привет. Новый день, новая серия. Значит, сегодня я вам покажу наш домик, в котором мы ночевали. Я уже с группой. Это наш последний день. Все остальное вы видели, но сегодня будет день, который вы еще не видели. Вот в таком домике мы жили. Второй этаж. Здесь такая кушетка-кроватка. Такой вот спуск. Тынч-тынч-тынч. Здесь ванна-туалет. Здесь диван. Вот такие вот панорамные окна с видом на горы. В этих окнах видно океан и другие горы. То есть мы живем прямо в горах. Вот здесь такой спуск. Вот здесь есть зона с камином. Супер, сидите. Вот так выглядит наш домик со стороны. Вот такое дерево. Три этажа. На первом этаже есть дополнительный туалет. А второй, третий этаж там, где спальня и чердак, где курят. А второй этаж, как бы, прихожая и холл. Сейчас едем на морскую прогулку и пойдем еще к одному леднику. На том берегу там вдалеке остался город Гомер. Мы пересекаем этот большой залив. И вон туда вот сейчас высадимся и будем подниматься в горы к леднику. Мы приплыли на место. Готовимся к высадке. Как настоящий американский десант. Сейчас у нас будет спуск на берег. Жалко то, что только что не на полном ходу. У нас есть пограничная собака. Да. Первый пошел. Да прыгай, Лен. Вот нас высадили на стоянке. Мы идем по тропе к леднику. Вот здесь море, океан. Вот такой подъем. 2 часа подъема, 2 часа спуска, 5 минут на леднике. Вот вся экскурсия. Мы шли, наконец пришли. Вот такой ледник, озеро возле него, айсберги. Точнее, это не айсберги, это кусочки ледника, отколовшиеся. Вот, но тем не менее, все равно красиво. Сейчас подойдем, притащим один айсберг к берегу, пофоткаемся с ним. Ну и вам покажем тоже. Вот. А вообще мы видели еще какашки медведя и следы волчьи. Вот, так что здесь животные есть. Вы не думайте, это как бы не национальный парк. Сюда нету организованных туров. Здесь только вот тебя высаживают на лодке, и дальше ты идешь. Ну, сам, в общем, сам несешь ответственность за себя. Потому что это может быть опасно. В общем, Аляска — суровое место. Вот мы возле ледника. Сейчас подберем льдинку для фотосессии. Кстати, этому куску льда может быть несколько тысяч лет. Сколько прошло времени, пока он растаял, оттуда спустился и доплыл до сюда. Реально, это могла быть не 1000 лет. Прикоснулся к истории. Да? Хочешь попробовать? Вкуснотища. Все, мы походили, пофотографировались. Поснимались со льдом, нашли пару кусков, вытащили их на берег, фотографировались с ними. Сейчас идем назад. Вот здесь вокруг
такие айсберги маленькие плавают, мини-айсберги. И сейчас нам предстоит такая же долгая дорога назад, через лесную чащу. Придем к катеру к назначенному времени, он нас заберет, и мы поедем на речную рыбалку. Вот, а пока можете насладиться видами, которые окружают нас. На прощание. Морские выды. Ножки сводят достаточно быстро. А сейчас так хорошо, горячо. Вот мы крадемся через чащу бурелом, чтобы поснимать рыбаков. Так, Лена. Да. Сейчас рыба схватит наживку Ленину. И Лена вытащит сюда. Вот так вот закончилась наша рыбалка. Несколько часов перелета, и мы оказались в Солт-Лейк-Сити. Город, откуда начинается наша западная часть путешествия. Сейчас мы находимся на Temple Square. Это место, главная площадь города. Здесь расположены храмы. И вот такой бизнес-центр соседствует вот с такими церквями. Сейчас покажу вам еще одну церквушку. В общем, сейчас мы сделаем несколько фотографий по Солт-Лейк-Сити и поедем в сторону Йеллоустоуна, одного из самых знаменитых парков Америки. Парков, про которые сняты миллион фильмов, мультиков, передач и так далее. Вот. Ну и мы завтра пойдем в него. Так что смотрите нас завтра тоже еще, завтрашнюю серию. Мы хотели войти в этот храм, сегодня суббота, и сегодня у них, я так понимаю, свадебный день. Все нарядные, все в платьях, все он стоят. Возле церкви вот так. Вот сам храм по себе выглядит, но он очень здоровый, он большой, красивый, не по-американски сделан. Вот. Но внутрь мы не зайдем, потому что там, видимо, сейчас церемонии всякие проходят. Наверное, в следующий раз. Мы бахнем селфи на фоне этого Капитолия и поедем дальше. А так, в принципе, Солт-Лейк-Сити такой маленький городок со старинной архитектурой. Не совсем традиционный американский стиль, таком больше как Дикий Запад. Ну, прикольное местечко, столица мормонов. Те, кто интересуется мормонской религией, традициями, могут приезжать в Солт-Лейк-Сити и ходить там по всяким библиотекам, конгрессам и так далее. Ну а мы едем в Йеллоустоун. Вот мы приехали в наш домик. Вот такой вот у нас домик с гаражом на две машины. У нас, к сожалению, только одна. Кстати, нам дали Бьюик Верано с вашингтонскими номерами. Еще ни разу на Бьюике не ездили. Технология такая. Ты приезжаешь, никого нет, дом закрыт. Подходишь. Открываешь, вводишь пароль, который тебе сказали заранее. Открываешь. Берешь ключик. Этот ключик. Открываешь. Все. Welcome. Так, что тут у нас? Как, как здесь топят? Сейчас узнаем. Вот. Ну, в общем, вот такой домик. Нам тут приветствие. Сразу на второй этаж поднимаемся по такой вот лестнице. На первом уже сказали туалет. На втором этаже у нас, я вижу, камин. Вот выключатель. Вот у нас здесь такой балкончик. Так.
балкончик зоны для пикника с видом в лес. Там какой-то колодец стоит. Здесь каяки. А, это уже не наш участок. Вот такой вот балкон. Вот такой вот наш домик. Вот такой вот олень в аппете тут. Ой, я сидит. Телефон. Такие вот антилопы. Это так, холод. Я... Ты это включил, ты холод. Смотри, какая кровать. Вау. Вау. Вау, все только ходят, говорят, вау, вау. Вау. Здесь второй вау. Туалет. Вау. Второй вау. Туалет и вторая ванна. И вторая кровать. Вау. Да, вторая кровать. Вот. Давай, ну, кухня, короче. Здесь еще одна, похоже, ванна. Кухня. В холодильнике что-нибудь есть вау. У нас? Вау. И везде лоси. В холодильнике пусто. Выросла капуста. А это? Машинка есть стиральная. Это посудомойка, думаю. А, да. Машинка, в общем, мы сейчас найдем еще стиральную машинку. Мы здесь живем две ночи. Будем сидеть, смотреть телек, топить камин, есть барбекю готовить. Есть машинки. Да, есть стиральная машинка. Сделаем прачечную. В общем, жизнь удалась. Вот. Ну и в общем, вот так вот как-то вот заселились. Сейчас сделаем барбекю, а завтра поедем в Йеллоустоун.